Хэй, гейс, с вами Шемики, и мы продолжаем проходить игруху под названием Тайны энциклопедия или Магическая энциклопедия. МГ, да, значит, Магическая энциклопедия, том 1. Окей. Так, на чем остановились? Ебучее зерно. Мы нашли ебучее зерно, мы отправляемся с вами в Египет. Там 5 кристаллов есть. И поэтому давайте искать. Так, сразу вижу кристалл. Так, подсказки обязательно нужно собирать. Так, пальца не хватает. Лезвие, меч, посох, палка. Так, зубчик. Кольцо. Очень много я уже понаходил, но ничего полностью не собрал. А, нужно точно проверить здесь. То, что я на записи посмотрел, именно на записи там показывают полностью. А у меня, понимаете, здесь, как бы сказать, немного квадрат, черный экран сбоку. То есть неправильно размещено изображение. Так, хорошо, плита. Хорошо, у нас есть ход. У нас есть меч. Нам нужно найти, во-первых, палки, части палок. Раз, одну нашел, ладно. Все, больше ни хера не вижу. Если она запрятана там, сбоку где-то, вы это видите, я нихуя не вижу. Это плохо. Ладно, мы это тоже нашли. И нужно... Мне кажется, от палки там я найду внутри. Подковырнуть ничем, да, нельзя? Да, тут ничего нету. Ладно, пойдемте внутрь. Или тут заклинило. Хорошо. Минус еще одна вещь. Заходим внутрь. Так, сразу кристалл. Мне нужен большой палец, ключ, рука, глаз... Ой, да, глаз и голова собаки. Так, рука... Нога, знак вопроса, рука, глаза. Так, меч. Меч, походу, поместить нужно сюда. Обрезать, хорошо, деталь. Две детали, забираю. Кристалл забираю, еще один кристалл забираю. Знак вопроса беру. Так, здесь головы не хватает, хорошо. Голова, глаз, еще знак вопроса. Сундук открываем, часть забираем. Рука фараона. Почему я не могу сюда ничего прицепить? Значит, они здесь. Очень-очень полезные штуки эти вопросики. Так, что-то где-то светится. А. Так, голова, еще часть пальца. Да, здесь более поприятнее картинка и более такая качественная будет. Глаз, я еще один нашел. Один, ладно, уже нашел. Беру свои слова обратно. И все. На остальные только подсказку юзать, но я не хочу. О, нашел часть еще. Так, значит, это выход. Хорошо, рука. Руку здесь некуда поставить. Ну, по сути, да, можно где-то. Так, голова собаки, поехали. Глаз. Так, еще часть глаза нашел. Так, большую часть глаза нужно найти, тоненькую. Вот, нашел. Глаз на глазе, прикольно. Так, палец, скорее всего, скрыт. Опять какая-то головоломка. Просто нужно разместить, да? Глаза. Глаза, 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 глаза. Где все мои глаза? Так, глаз. Ну да, нужно, короче, сделать так, чтобы все было золотым. Так, крест. Крест. Еда. Крест. Да хера глаз у меня. У меня одни глаза остались. А, их можно выкидывать. Это хорошо. Ё-моё. Ё-моё. Переместите все символы. Окей, хорошо. Так, еда, еда, глаз, птица. Сверху птиц нету, хорошо, глаз, золото, выкидываем, так.
Так, 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 еда не нужна. Здесь больше уже. Глаза тоже уже не нужны. Так, стопы. Раз, два, три, четыре. Еда. Еще один. Так, еда, крест. Хорошо, отлично. Птица, птица, птица. Еда, еда, еда. А, еда, окей. Глаз, крест, 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 птица. Глаз. Глаз, глаз, глаз. Еда, еда, выкидываем. Так, 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 крест. Отлично. До хера птиц нужно. Очень много птиц. Так, еда. Еда. Крест успел. Так, это больше мне не нужно. Птица, птица, еда мне нужна. Крест. Крест, глаз, 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 птица. Крест. Птица, 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 птица. Готово. Так, окей, что мне дали? Фарон нажил. Ага, вот так, да, значит? А что это? Где же жезл? Жезл, жезл. Жезл тут? Но мне нужен палец. Тогда будет жезл. Так, ладно. Ага, там полностью везде выход. Хорошо. Тогда что здесь? Здесь они у нас ни хера, берем подсказку. Прикольно. Так, а, еще монету нужно найти. Так, монета. О, это я знаю, что за знак. Это знак у нас этих масонов. Так, чтобы они теперь не соприкасались, да? Линии. В принципе, это легко. Нужно просто растянуть. Растянуть, блядь. Растянуть, чтобы они просто не присказались. Либо просто очень близко друг к другу подвигать. Так, давайте немного растяну. Вот так. Так. Так, стоять. Нет, не вариант. Это вниз точно будет. Мы сюда вниз. Так. Сюда. Вверх. Готово. Масоны. Я знал, что с вами что-то не так. Все, готово. Отдаем палку. Мумия. И часть записки. Первая часть стрелы. Начало положено. А, короче, мы сейчас должны найти сначала три части стрелы, потом мы должны будем найти меч этот, да? Ну ладно, хотя по одной там карте дают. Не нужно бегать. Хотя, если было бы бегать, так было бы намного быстрее, думаю. Так, охрана маска. Охранная маска чем-то очень недалеко она даст пройти. Нам недовольно. До реки. Ух ты ж, ё-моё. До хера веточек валяется. Мне ж их нужно собирать. Кристальчики, веточки. Только мусора. Что же, боже упаси. Так, кристальчики. Так, еще часть чего-то. Кристальчик. Ого, тут вещей. Незаметно, незаметно, незаметно. Так, ветки. Ладно, плевать, перешли сюда. Нам нужно мост тогда сделать. Собрав то, что я вижу сейчас здесь. Горшок из неф... глины. Обожженные глины. Хорошо. Значит, ее нужно обжечь. Так, если... Так, набрать дров можно разжечь. Так, знак вопроса. Так, палочка. Вижу еще одну. Да,
А тут больше мест, где я могу бегать туда-сюда. Все равно остается. Так, копье. Палка. Так, одно копье есть. Хорошо, соединяем копья. А, он сейчас... Ой, боже мой. Ищем вещи здесь. Кукла. Куюка. Черепки. Имеет знак вопроса. Бантик, мусор. Еще вопрос, кристальчик, изумрудик. Так, частичка моей вещицы, еще знак вопроса. То, что нужно. Так, нужно вот здесь вот искать постоянно, потому что я думаю, я что-то здесь теряю. Все. Так. Что это у меня? Мел. Или очень удобно рисовать. Хорошо, им очень удобно рисовать. Рисовать чертеж. Так, чертополох, кокос, соль, порошок и зубы гиены. Так, супра. Что это? Пушистый хвост. Зуб. Мне нужно чем... Вот эта молотилка мне нужна, я понял. Кокос. У нас есть кокосик. Ништяк. Кокос это ништяк. Кокос это всегда ништяк. Так, разжечь огонь, разжечь пламя. Часть палки, две части палки. Так, вижу еще одну часть. Где она может быть еще? Молоток. Так, нашел часть молотка еще один. Че-то я... О, нашел. Поехали. Мел. Нет, кокос. Нет, зуб. Так, все, листва есть, зуб есть. Поехали сюда. Если набрать дерево, мне нужно дерево больше. Дерево я не вижу нигде. Улыбка, мел. Головоломки. Ой, боже, найти типа три шарика. Я понял, это нужно... Это спустить нужно, хорошо. Это не так сложно. Если честно, это даже довольно легко. Очень легко. Все. Иди. Нихера себе, это что такое? Камень соли полетел. Так, перемолоть. И кокос мне нужно где-то разбить. Таки часть молотка где-то здесь спрятан. Пока хоть я. Так, сколько времени? Третий час. Третий час, интернета нету. Репод даст пизды из-за того, что я нихера не сделал. Найс. Ладно, древесина. Часть древесины. Горшок для необходимой глины. Ничем не разбить. Разжечь я не могу тоже ничем. Ложка, часть ложки. Давайте, ладно, я пойду сначала на реку. Пособираю здесь вещи. Что еще могу найти? Ветка, трава. Еще часть одной ветки нужно найти. Последнюю часть. Так, знак вопроса нашел. Эта ветка очень мелкая. Я не уверен, что я смогу ее обнаружить. Хотя она может быть, как обычно, здесь. Нет. Она не здесь. Хорошо, подсказка. Нет, она точно не там. Она точно не тут была. Точно, точно, я вам говорю. Ну... А, траву, поджечь. Давайте доску тогда еще искать. Ладно, часть ложки искать.
Кажись, она где-то здесь будет. Так, ну здесь ладно, тут уже ничего нет. Ложка, мне нужна ложка. И молот. Ложка, молоток. Доски, хорошо, у меня есть, но мне нужен молоток. Да вы надоели. Это кристалл, это не молоток. Это не молоток, это кристалл. А, здесь ничего нету, хорошо, я понял. Блин, как я это не взял? Ну ладно, я уже потратил три. Три. А где мне разбить кокос? Фиги смешные. Если я ничего не вижу, я не могу это сделать. Может кокос пол... Кокос можно и полностью блокинуть, окей. Что мне... Ага, я понял. Так, давайте, короче, тогда сразу я вот так сделаю. Пятнашки эти. Чтобы потом не мучиться. Так, еще где часть пятнашки с этой стороны? Я не вижу. А, вот все нашел. Поехали. Так. Готово. Наверх. Ну, здесь хотя бы просто рисунок сделать нужно. Здесь ничего такого сложного. Отлично, готово. Сейчас должны дать мне часть молотка. Thanks. Следующая головоломка. Откройте животных парными. А, тут оно по несколько еще одинаково есть. Так, это бабочка. Емотик. Где-то я видел его здесь. Носорог. Макака. Макака. Блин, макаку потерял. Черепахи. Вот макака. Где там макак теперь? Так. Черепаха. Ладно, мышь. Кабан. Бегемот. Черепаха. Так. Динго. Мышь, зебра. Черепаха. Блин, это не то животное. Да, где-то было. А, еще сверху у меня же есть, точно. Так, бабочка. Бабочка, мышь. Так. Готово, свиток. Фу, да уж. Свиток, да ну. Так, что же дальше? Ну что же дальше? Я спрошу. Нажмите далее. Вот что дальше. А дальше у нас
Индийское поселение. Индийское. Привет, Ванька. Собачка злая какая. Так, сразу то, что пока что вижу. А, там кость была. Ха-ха-хай. Хорошо, что я ее сразу нашел. Так, кость. Кусочки вазы, это не то. Гриб или кость это. Все, я кость собрал. Так, чтобы ты на меня не рычала. Хорошо, мне разрешили внутрь зайти. Так, ткань, ведра, знак вопроса. Сразу смотрим. Так, там ничего нету. Отлично. А, с цветами нужно брать, да? Так, лук. Лук, ткань. Лук и ткани. Дым режет глаза, нужно покатить трубку. Мне нужно вот эту херь найти, чтобы погасить трубку. Хорошо. Здесь что-то откроется, мне что-то дадут. Еще одна часть нужна. Железная часть, нижняя часть. Где ты же, моя часть? Ну, эта часть точно будет здесь. Так, кисточку. Вот. А, я думал, это открывается, что-то будет. А, оказывается, нет. Не-не, нихера. В смысле? Нет? А, это для этого, значит? Что там? Кусок топора. Так, ткань вешаем. Запомнить нужно, да? Синяя, 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 красная, красная, красная. Кисть. Мне нужна кисть. Кисть я не вижу. Не хочу брать, потому что сейчас минус подсказка. Ладно, давайте пока тут поищу, что могу найти. Блин, а что я могу? Барабан, сейчас могу найти. Топор, кажется, сейчас могу найти. Так, это тебя метнуть, да, нужно? А, труби дерево. Мне нужен лук. Хорошо, тебе нужен лук. Хорошо, 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 хорошо. Смысл то, что я отрубил. Мне что-то дало? Чувствую, что нет. Это сделано неспроста. Значит, вот это мне нужно, чтобы погасить пламя. Перышко. Перышко мне нужно, перышко. Я не могу, мне нужна кисть. Часть вот этого непонятно где. Вот как это херь. Класс. Класс еще, да, я под ветками вот эту херь увидел. Так, сразу вижу часть лука. Может, дым выдохнется, не? Все. Так, часть кисти нужно найти, лук. Пошлите стрелять. Так, немножко выше. И на полную. Так, глаз, окей. Остался один, одна часть глаза, и потом вставить сюда. Перышко. Перышко, перышко, перышко. Головоломка. Поехали. Так, ну это более сложнее, чем та была. Так, сюда. Сюда. Готово. Это довольно легкая процедура.
Так, краска появилась неспроста. Зеленая-синяя, красная-синяя. Окей, запомнил. Только мне нужно начать с кисточки, если вдруг что. Может, она появилась где-то? А я слепой не вижу. Да уж. Поехали рисовать. Это тоже рисуется? Так, ладно, зеленая, синяя, здесь синяя, и здесь красная. Готово. Части глаза. Ух. Вторая часть стрелы. Я уже так близко. На конверте герб моей семьи. И это письмо от брата. Не знаю, что он хотел. Он близко, давай. А, наконец-то я встречусь. А, просто удерживать можно кнопку мыши, чтобы ускорить процесс. Так, давайте, короче, на этом закончимся. Нам осталось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Давайте, короче, на этом закончим. И в следующий поедем мы в Грецию. Индийское поселение. Погнали в индийское поселение. Хочу кристалл найти еще один. Найдем кристальчик и с вами попрощаемся. На кристальчик. Почему я не могу нажать на шкатулку самолетами? Ладно, давайте, короче, на этом тогда закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи, до новых встреч, друзья. Всем пока.